Также мустахаббом сунны является в эти дни давать садака. Давать садака. Поэтому Аллах субханаху ва тааля юкафилу инсана биамалихи аль-калил биаджрин кабир. Аллах субханаху ва тааля малым твоим даже садакатом, который ты делаешь ради Аллаха субханаху ва тааля, тебе может дать великую награду. Аллах субханаху ва тааля в Коране говорит: "Ва анфику мимма разакнакум". Давайте из того, то, что мы вам дали. То есть здесь Аллах субханаху напоминает, то есть говорит: ой, мой раб, какой бы ты богатый не был, сколько бы у тебя там имущества не было, не забывай, кто тебе это дал, кто тебе ризк дал. Это ризк, который я тебе дал, поделись с ним, дай нуждающимся, дай выплати закат. Карун, вы знаете, Карун, то есть каким был богатым, как у него было, как, сколько у него было богатства. Мафатихуль кунуз, ключи от его сокровищ крепкие мужчины не могли поднять. В Коране говорит субханаху ва тааля. Не то, что его сокровища, а ключи от его сокровищ тяжелыми были. И Аллах субхана ва тааля ему говорит: «Ва ахсин кама ахсана Аллаху илейк». Проявляй добро, расходуй подобно тому, как Аллах субхана ва тааля проявил к тебе свое добро. «Ва ла табгил фасада фил ард, инна Аллаха ла юхиббуль муфсидин». И не распространяй нечисть на земле, поистине Аллах не любит таких людей.